Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Махмутлар, нашел очень хорошую квартиру на Барбаросса, улица Барбаросса, расположен этот проект 220 метров на расстоянии к морю, максимум 220 метров. Быстренько хочу показать весь проект и пройдусь я потом в квартиру. Вот такой здесь бассейн открытый, также есть детский бассейн. У нас также присутствует здесь генератор. Там, вот, присутствует генератор. В блоке Б у нас есть сауна и турецкий хамам. Пройдемся в блок Б. Есть места для велосипедов. Вот у нас присутствует два лифта. И вход у нас от этого коридора. Здесь темновато. Значит, инфраструктура, которая в блоке Б, это сауна. Вот такая здесь сауна. И присутствует турецкая баня, турецкий хамам. Также есть санузел, душевая кабинка. Вот здесь у нас турецкий хамам такой. Поднимемся теперь мы наверх и пройдемся в квартиру. Находится у нас в блоке А. Вот такой здесь лобби. Присутствуют два лифта в каждом блоке, и оба работают. Вот такой лифт, вместимость на 6 человек. Поднимемся мы на 7 этаж. Пришли мы на 7 этаж. Вот такой тут коридор. Вот наша квартира. Трехкомнатная, 2 плюс 1, которую я говорил вам снизу. Она просторная, вот такая прихожая у нас, стоит уже платяной шкаф или шкаф-купе. Такая. Также здесь есть пустые места. До потолка установили шкаф. Здесь у нас с правой стороны такой санузел с душевой кабиной. Также проточный водонагреватель фирмы Вейта. Такой просторная прихожая здесь. Слева от меня спальня. Такая просторная. Также детская кроватка есть, двухэтажная. Вот такая светлая квартира. Вот потолок такой. Интересные. Стоят кондиционеры фирмы Weissmann, инверторные, новые кондиционеры. Также здесь есть просторный балкон, но я постараюсь выйти с гостиной комнаты. Стоят окна термопакет, шумоизоляция, как видите, есть в квартире. Эта квартира находится на 7 этаже по турецким меркам, на 8 этаже по российским меркам. Вот такая просторная спальня. Хозяин квартиры увеличил балкон. Раньше тут находился балкон. Если хотите, вы можете вернуть и сделать балкон. Вот такой тут вид на море. Вот. Это улица снизу Барбаросса. И вот наше море. Вид на море. Такой. Это хозяйская спальня. Здесь также присутствует санузел. Вот такой санузел. Также есть шкаф, который установлен в стену. Встроенный шкаф-купе. Ремонт требуется приблизительно 100-200 евро. Косметический ремонт. И вот наша гостиная комната, совмещенная с кухней. Такая вот
качественная мебель, мягкая. Вот это наша кухня. Кто желает, может отделить кухню от гостиной. Бытовая техника здесь присутствует вся фирмы БК. Холодильник, индукционная плита, духовка, вытяжка, посудомойка и стиральная машинка фирмы БК. Столешница у нас мрамор, также есть вид на море. Вот такое тут освещение. LED-освещение по бокам и также висит люстра. Телевизор установлен на стенку. И здесь у нас отдельный выход на балкон. Вот такой просторный балкон, как вы видели из спальни. И вот такой вид на горы и на соседние здания. Хочу подвести итог. Значит, проект был сдан в 2017-2018 году. Квартира находится на 7-м этаже по турецким меркам. Инфраструктуру вы уже увидели. Айдат тут 200 лир. Цена трехкомнатной квартиры 115 квадратных метров стоит 80 тысяч евро, дорогие зрители. Торопитесь, если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, пишите по номеру, который указан в описании этого ролика. Или же звоните прямо на этот номер по WhatsApp, Telegram, Viber. Также есть у нас телеграм-канал, который называется Hot Alanya. Подписывайтесь, там у нас более-менее свежие квартиры. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю радости, счастья, добра и здоровья. Всем пока-пока.